Видеообзор подготовлен от интернет-магазина автоток.нет. Представляем вам штатное мультимедиа-устройство для автомобилей Toyota Premio, Toyota Allianz 2007 года выпуска. Она выполнена в замечательном пластиковом корпусе, который прекрасно подходит под специфическую форму торпеды и прекрасно подходит по фишкам, имеет множество современных функций. Здесь у нас есть разъемы под SD-карточки с медиа-навигацией, вход под CD компакт диски, CD и DVD. Сзади у нас есть вход, который легко выводится, допустим, в бардачок или удобное место под USB флеш-накопители. Давайте посмотрим медиа функции. У нас здесь есть аналоговый ТВ-тюнер, здесь есть аудиоплеер, который замечательно работает, воспроизводит множество современных форматов MP3, VMA и так далее. Здесь есть разъем под iPod'ы или iPhone'ы, а также другие устройства с выходами 3,5 мм. Вы можете наслаждаться медиа через компакт-диски, а также смотреть видео, допустим, с SD-накопителей. Вот вы видите, картинка четкая, без помех. Все замечательно видно. Помимо этого, здесь есть виртуальный CD-чейнджер, который записывает в память устройства содержимое компакт-дисков, благодаря чему работать становится удобно, не нужно переключать, просто вы слушаете недавние диски прямо из устройства, ничего не переставляя. Вы можете также подключить регистратор, купив его дополнительно. И на экранчике отобразится дорога, ну и то есть вы можете контролировать полностью процесс, начинать запись, останавливать и так далее. Здесь доступно два AUX-разъема и также есть удобный просмотрщик изображений и фотографий. Давайте поговорим о других функциях. У нас здесь есть файловый менеджер, вы можете скопировать SD-карты на любой из доступных носителей. Это SD, жесткий диск и USB флеш-накопитель. Все, собственно, просто. Есть также калькулятор, если в дороге вдруг пригодится. Есть GPS-трекер, показывает вашу широту, долготу над уровнем моря, высоту. Вот. Есть календарь. И есть некоторые игры, если вдруг в дороге вы заскучаете или вам приходится стоять у обочины ждать какой-либо автомобиль, то вот, собственно, ждете кого-то, то вот будет чем себя занять. Ну, все простенько, просто как Тетрис. Вот, ну тут все понятно. Давайте поговорим о системе. Нам доступно 512 мегабайт оперативной памяти и также доступно 4 гигабайта памяти внутри этого устройства. Управляется он операционной системой S100 и работает действительно очень быстро и удобно. В этой модельке, разумеется, реализовано подключение беспроводное к телефону через протокол Bluetooth Hands-Free. Вы можете спокойно разговаривать, используя встроенный микрофончик, не отвлекаясь никак от вождения. Поддержка имеется кнопок на руле. Вы набираете какой-либо номер, нажимаете вызов и разговариваете без каких-либо неудобств. И голос собеседника слышите через динамики автомобиля. Также благодаря этой функции вы можете слушать любимое медиа, музыку, там звук с видео. Это все будет воспроизводиться через колонки. Также вы можете зайти в контакты телефона через эту программу. То есть все удобно, вам практически даже не нужно телефон брать в руки. Здесь есть навигация. Вы можете заказать в комплекте к магнитоле навигационную систему Navitel. Все работает замечательно. Вот у нас карта. Легко можно отдалить, приблизить. Название улиц видно, дома видно, заправки. Все очень четко и здорово. Здесь есть возможность подключаться к интернету через данный удобный браузер.
только нужно подключить либо 3G модем, либо Wi-Fi адаптер, чтобы подключиться к сети интернет. Тут реализована функция картинка в картинке. И есть, разумеется, очень удобное FM-радио с очень удобным ползунком выбора радиостанций. И есть также список ваших любимых радиовещательных станций. Магнитола прекрасно подойдет для вашего автомобиля, вам она будет по вкусу. И всем советую. Видеообзор подготовлен от интернет-магазина автоток.нет.